всем подписчикам канала «Алло». Это снова Иван Лучков с выставки IFA 2016, и сегодня мы опять говорим про компанию Lenovo. И у меня в руках самое интересное устройство, которое показала эта компания в рамках этой выставки. Это миниатюрное устройство, которое вообще не имеет никаких кнопок, но при этом это ноутбук. Называется оно Lenovo YogaBook. Как вы уже поняли, это устройство вообще не имеет кнопок ввода, кроме клавиш включения и громкости. Здесь сенсорный экран, здесь сенсорная панель для клавиатуры с тактильной отдачей при печати. Этот ноутбук работает на разных операционных системах, но вы их не можете выбирать, вы выбираете их при покупке. Операционная система Windows 10 и ноутбук вместе с ней будут стоить $550, а версия на Android $450 или $500 в зависимости от региона. Это маленькое чудо техники работает на процессоре Intel Atom X5. У него 4 гигабайта оперативной памяти и внутренний накопитель на 64 гигабайта. И в принципе для записной книжки этого достаточно. Что самое интересное в этой модели? Дело все в том, что в комплекте предоставляется вот такой вот, так сказать, стилус. Но это не совсем стилус. Во-первых, вы можете работать и рисовать на самом экране. А во-вторых, здесь есть специальный стержень с шариковой ручкой. Зачем это сделано? Дело все в том, что вы можете брать этот стержень и писать на любой бумаге любые значения, слова, либо же чертежи, и то, что вы напишете, сохранится на вашем YogaBook. Для того, чтобы поменять стержень этого стилуса, мы пользуемся колпачком. Здесь есть специальное отверстие, которое позволяет его достать. Вот таким образом достается, и вот таким же образом вставляется обычный стилус. Давайте еще раз поменяем, и теперь посмотрим, собственно, как работает сама ручка с бумагой. Для того, чтобы это все работало, нам необходимо запустить специальное приложение, которое называется NoteSaver. Здесь мы выбираем необходимый для нас блокнот, либо же стилизацию, но в данном случае нам не важно. Выбираем новый слой и берем любой листок бумаги. Друзья, пользуйтесь правильными гаджетами и следите за технологиями. С вами был Иван Лучков специально для канала «Алло» с выставки IFA 2016. Пока!